Если все получается вот в таком стиле, то это очень, поверьте, интересно. Может быть, не смотреть, но самому делать это интересно. Но и если уметь стрелять, не получать урона, грамотно прятаться, это тоже немало. Немало интересно. Немало увлекательное занятие. То есть, поэтому есть два режима игры. Ну, я имею в виду, которые я сказал. Здесь можно туда спуститься, перелететь. Но здесь у нас какие-то ящички. А, они тут на пол... Ух ты, ё, я задел что-то. Они тут на полной боеготовность. У них полная боеготовность. Ляхмуха. Я надеюсь, они не услышали. Я своей бицухой сломал стул. А, берем патроны. Нам уже не влазит. Это что у нас? О! Вот это круто. Модификации. Это реально круто. Сейчас мы их всех перебьем здесь и обязательно займемся этим. Так, ну, не получится, наверное. Незаметно. У меня раненый! А, он даже меня не увидел. О, молодец, пророк. Я думал, сейчас грохнусь. Так, куда он побежал-то? Ты куда? Да-да-да. Не хочу на тебя стрелу тратить. Выходи и сразись, трусишка! Ух, сейчас сражусь. Сражусь! Тащи его! Все, сразил. Ну и все, можно, в принципе, модифицировать. Да. И нас три. И давайте вот на маскировке больше. Давайте вот это максимум увеличение на 33%. Так, какие-то еще условия. Вот тут пишет, сохраняется вблизи врага на 0. Не понял, какие... Даже не понял, а что тут надо? А-а-а, слушайте... А я что, могу только какие-то определенные использовать, или я... Немного не пойму. Ну, допустим, один. И чё? Для быстрого удобного выбора. Что-то я не догоняю, ну. Ой, стоп. И что это дает? Типа я все установил, да? Это что? Непонятно. Ну ладно. Как всегда, какие-то сложности бывают. Возникают. Как так быстро? Вроде уклон не особо-то большой. Да вообще уклона нет. Так, все. Мы здесь. Я на точке. Проверка связи. Пророк, ты слышишь? Связь была нарушена. Электромагнитный импульс вывел из строя сеть. Раш в самоволке. Надо бы его найти, но Майкл занят. Хорошо. И что мне делать? Сейчас тут все рухнет, что ли? Не пугало, чуть не упал. А нам туда и надо, да, в принципе? Теперь я точно упал. Кто-то меня все время замечает. Я никого не вижу. Нановизором этим. Ой, не нановизором, а обычным визором. Никого не засекаю. Так, и что, наверх, что ли, опять поднялся? Стоп, 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 стоп. Сюда нам, да? Запутался в этих тоннелях. Так, кто тут в бильярд играет? Ну, как мне выйти? Понятно.
происходит. Альфа-Це. Готовьте людей к новой битве. Правила изменились. Какие правила? Я вообще не по правилам играю. Пророк, осторожнее. Судя по записям Сел, рядом с тобой есть Цеф, носитель разума. Ты чувствителен к внеземному влиянию, тебе лучше отойти подальше. Никак нет. У Цефов общий коллективный разум, управляемый Альфой. Теперь, когда он на свободе, они просыпаются. Если эти носители разума — часть процесса, то мне нужно быть настороже. Коллективный разум? Но в твоей ДНК много внеземного материала. Не думаю, что это хорошая идея. Это отличная идея. Так, подожди. Тут цефов полно, да? Прорыв! Это башня 436! На толчке сдох, мужик. Многочисленные силы цефов направляются к нам! Башня 436, это наземная часть Тета-2. Мы укрепляем оборону. Тета-1, это дозорный. К вам направляются крупные силы противника. Я насчитал 8. Поправка, 10 частей. Подожди, а вот эти цефы, они... Ой, ёптите, слушайте, они... А им по барабану то, что я невидимый, да? Все, они меня будут видеть все равно. Слушайте, реально, походу. Башня 436, у нас тут серьезные проблемы! Ломите им, пока они не сели нам на голову! Защита башни снижена на 60%! Потери уже исчисляются сотнями! Что происходит? Он здесь на них лук с первого раз действует. А, стоп, у меня же есть электро. Сейчас бомбанем тут на них. Все, завались. Ой, он жив! Ёкарный. Ой-ой, что я нажал? Стоп, у меня стрелы закончились. Берем стандарт. Хотя зачем стандарт? Тут цефы. Надо что-нибудь покруче. Стоп, а у них тоже ведь какая-то пушка есть, по-моему, да? У них своя, да? Вот, что это такое, смотрите. Да завались уже. Давайте поменяем на время. Посмотрим. Господи, что он делает? Он может взаимодействовать с оружием цефов? Майкл, ты знал об этом? И как далеко он зашел? Там стрелы, я вижу. А что такого-то? Я же уже вроде давно умею. Ну, в смысле, с этого еще. С миссии, где надо вышку бомбануть. Типа «Добро пожаловать в джунгли» или как так она называлась. А что за пушка, сейчас глянем. А что так, патрон мало? Сотка всего. А там несколько оружий в этой игре будет. Ну, цефовских оружий, я имею в виду. Чё тут у нас? А, стоп, с них же еще патроны можно собирать, да? О, ты вообще по... Хотел сказать, что он в тему тут встал. А, то есть я... Я могу собирать патроны, просто вот так подходить к ним, да? Ну-ка глянем. У них же здесь... Подожди, я тут убил кого-то. А где его оружие? Нету, что ли? Чтобы использовать... Ой, не-не-не. А, он одноразовый, круто, он даже места в слоте не занимает. Слот, точнее, не занимает. Не надо менять, в общем. Так, сейчас обязательно туда сгоняем, там стрелы. Чтобы прекратить использование пинч. Или мне показалось, пинч как-то так, да? Так, я тут как на ладони. Нет, ты не понял, я хотел стрелы просто взять и все. Да, пинч. Пинч, пинч, оу е. Май пинч. Мой пинч. Турель, да? Или что там? А, нет, это там. Ящик с секретом, короче, да? Секретный ящик. Стоп, какая у меня сейчас пушка? Да, пинч. Или мне кажется? Не, мне не кажется. Да дайте мне подойти-то к нему. Отсюда будем взламывать. Там, за укрытием безопаснее.
Вот тебе и все. Посмотрим. Ты чё, офигел? Меня спалили. Вот хитрюги. Сейчас все сюда прибегут, наверное. Обалдеть, сколько. Посмотрите. Я надеюсь, это Цефа, да? Нет? Да. Цефа, уродцы. А чё тут у нас? Какая-то пушка. Пророк! Отзовись! Встреча! Мать её! Оу, я здесь. Какая встреча? Встреча выпускников. Можно попытаться, но тут такой бардак. Сзади! Эти цефы! Я думал, те ублюдки на Линьшане были крутыми. Давай! Давай! Чё давать-то? Офигеть их там. Короче, просто не огромное какое-то количество их там. Берем лук. Блях, ну хоть штуку курицу выкинуть. Ненадолго. Берет лук, ёпрасыты. Берем стрелу. Берем бомбу-стрелу. Вау. Нормально, чё. Так, теперь берем обычные. И, если чё, гранату возьмем. Все, идем дальше. Так, этого можно, я думаю, быстрым. Ой, незаметным. Здесь у него не очень хороший слух. Давай. Есть. Проткни его. Проткни его розовые кишки. О, у него есть пинч. Со соткой патронов. Так, а с этим, я думаю, пинчом разберемся. Да. Энергии что-то нет. Ой, смотрите, это вообще какая-то штука непонятная. Это я, наверное, про которую говорил, что у них тут несколько видов оружия. Вау. А, блин, у него патроны быстро кончаются. Ну ладно. Жалко. Но зато круто то, что тут вообще такие пушки есть. Ну как там, нет? И как? Ну... Подожди, энергия тут. Патрон, мне показалось, восстанавливается. Нет, да, показалось, значит. Ага, вот что. Это и есть, наверное, тот самый пинч. Просто разные режимы огня. Все, патрон нет. И вот тут где-то еще он был один, да? Где-то здесь. Где же он здесь был-то? Первый. А еще мой, до этого тут лежал. Я слился. Ну ладно, посмотрим. А что, смотрите, его здесь нет вообще. Ух ты, а это что такое еще интересно? Надеюсь, тут еще пинчи будут эти. Ой, что это? Это вообще взламывать надо или что? Это модификация, может, как-то? Подожди, что это такое за штука? Она палит меня или я не пойму? А, я от нее могу заряжаться. А, типа, смотрите, у меня энергия не кончается. О, пинч. Точно, батарейка же нарисована, ну, знак. Отлично, слушайте, круто. Хорошая вещь, то есть я могу невидимо тут долбить у них. Зачем я это сделал? Все, идем дальше. Куда нам? Нам вот сюда, 44 метра. Опа. Так, сейчас подзарядимся. А, я хочу узнать, есть ли тут еще где-нибудь модули эти. Для улучшения, наверное, костюма. Мне бы они очень пригодились. Ну, может быть, там где-то у них. Ну, ладно, неважно. Да их тут дофига, я хочу сказать. Этих цефов. Система X, Альфа-Цеф.
как-то забраться. Там какая-то хрень стоит наверху. Здесь как-то нет. Так, здесь никак. Ну, сейчас переждем здесь. И погоним дальше. Куда дальше-то? Не дальше, а в другую сторону, я имею в виду. Спалили меня. Ну, ладно, бывает. А, ну сейчас гранат... Ну ладно, гранат потом. Ох, они гады, смотрите, как мощные. Либо я просто мало стреляю. Чё так говоришь, я не понимаю. Энерджи. Нам нужна энерджи или не нужна? Еще, короче, вот этот режим. О, с первого раза. Ну все, можно выкидывать, да, ее. У них что-то нет пинча этого. Но по сути должен быть. Ну ладно, выкидываем. Я ж только что видел, тут что-то можно было подобрать. Ладно. Чё это, где это? А, он внизу, да? Но у меня тоже хорошая пушка, я хочу сказать. Хочу сказать, да. А я ищу, честно говоря, вход туда, как туда войти. Наверх подняться, точнее. А, вот же тут, да? Долбануть по двери. Нет, да? А, патрон мало. Ну, жопа. Сейчас надо... Вот здесь. Да? Я правильно вошел? А теперь что? По баррикадам, наверное, как-нибудь. Блин. Подойти к транспортировке мозга цефов. Чё, никак тут, да? Может, что-то разрушить надо? Не пойму немного. Да дверь... Ой, ёптить, как я теперь выйду отсюда? Ну? Чё, баг, что ли, какой? Может, тут вылезти, я что-то не знаю. Честно, не умею вылазить. Может, на эту штуку забраться. Не, это было слишком тупо. Мне кажется. А-ха-ха. Так, здесь, наверное, никак. Все тут замуровали. Не, ну щель-то здесь не зря стоит, правильно? Или зря? Даже не знаю. Ну-ка, вот так. А, вот что. Понятно. Никак, да, пока? Ну, а где же можно? Может, тут? Тоже не... Слушайте, а как же тогда мне выйти-то отсюда вообще? Давай, давай, давай. Ну, как выйти? Никак? Чё, нельзя, что ли, бля? Чё за бред? Чё за бред, ребят? Да это хрень какая-то, слушайте. Блин, я в замешании. Ой, в этом как... В недоумении. Замешать. Может, бомбануть что-нибудь? Я даже не знаю. Давайте попробуем даже. Понятия не имею, честно. Придется одну стрелу попробовать просто ради интереса. Чё, нет? Ну а чё тогда? Чё за... Может, взломать чё? Да нет. Может, я вообще сюда не должен был залазить? Это баг? Ну что, я как бы сюда залез. То есть мне нельзя было сюда попадать, а я случайным образом через какой-то баг попал. Я, у меня даже вообще никак, ничего в мыслях нету. Но мне кажется, скорее всего, надо просто выйти отсюда и перезапустить, то есть игру как бы. Выйти каким-то образом. Как же я сюда вообще залез-то? Но для чего же тут щель нужна была? Ну, здесь что-то у меня не получается залезть.
Вот здесь, может, как-то. Не, ну смотри, тут щелки, они не предназначены для того, чтобы на них залезть, как бы, да? И вообще меня отталкивает в сторону. Я не представляю даже, может вот тут как? Ну, получается, нет? Ну, чё за бред, ребят? Я ничего не пойму. Слушайте, у меня... Стоп, мне кажется, надо прерывать запись и все уже. Заворачивать, потому что я... Так. Избегайте прожекторов, это мы знаем. Подойдите к транспортировке. Ну, я подошел. А дальше-то чё? Все, я на месте стою, ёп. Дальше-то, ёп... Чё моё, чё-то, чё дальше-то? Так, телефон. Ну что же, продолжаем. Продолжаем дальше. Что тут, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что у нас... Мы в западне, я не знаю, что делать, честно. Может быть, что-то вышибить, я не знаю. Давайте, я не знаю даже. В не работает. F, точнее, давайте... Что еще можно? N. Нановизор, что он нам дает? Он нам дает... Да ничего он нам не дает. Блин, я не пойму, может реально какой баг? Не, ну, неужели надо было делать вот это помещение? Нет, как-то, наверное, здесь можно залезть. Или если нет, то я... Подожди, вот тут вот я не вижу. Тут, да, тут какая-то эта платформа мешает. Ну, давайте, я не знаю, CFA выручайте. Я не знаю, что делать. Ну-ка, давай вот так. Нет, да? Может, там что? Вот, может быть, вот. Может, бомбануть туда, как вы думаете? Ну, давайте. Со снайперской. Давай, бам. Нет, да? Здесь, может, что бомбануть? Нет? Здесь ничего. Ну, я сдаюсь, честно. Я уже прям сдаюсь. Я уже реально сдаюсь, потому что я не понимаю, что делать. Вылезти у меня не получается. Смотрите сами, вот. У меня как-то получилось туда залезть первый раз. Точнее это. Вот. О, я вылез. Удивительно. Так. Вот так теперь застрял. Может быть... О, куда я поднялся? Так. А, тут камень какой-то, да? А, дерево повалено. Ну-ка. Не, да никак. Сейчас, секунду. Энергия восстановится и... все-таки реально крут! Ауда! Че он сказал, кстати? Псих! Псих! Слышу! Чего надо? Ничего, просто проверяю. Ожидаемое время прибытия на встречу примерно 30 минут. 30 минут было 30 минут назад. Сбор данных. Далее. Далее, что у нас здесь? Ничего, не такие игры еще проходили, да? Конечно. Так, что у нас тут? Ну, конечно, угробил я тут времени много, жалко. Что там, горят люди, что ли? Это не наши, да, людишки? Цел. Ну, пока смело можно идти, я думаю. А ну-ка, здесь у нас что? Забраться нельзя. Сбор данных. О, вот он, на модуле там модификации. Как раз таки давно не находил. Ну как давно, нормально так. Давай, пожалуйста, залезь. Есть. Короче, надо пробел удерживать, чтобы высоко прыгнуть. Не, сюда не буду я залезать, я уже насмотрелся. Залез тоже мне, блин. А я на спец... Купол. Они специально... Критический удар по башне! Вся наша защита пробита! Отступаем, отступаем! Они специально эту щель сделали. Это-2! Мы не можем удержать позиции! Нас захватит в любую минуту! Сила противника! Твою мать, они! Что произошло? Принят сигнал бедствия в секторе Альфа-9. Всем частям отступить. Специально эти щелки сделали, эти помещения, чтобы я спутал. Чтобы я запутался, попутать меня, чтобы я подумал чуть-чуть. Так, а здесь у нас, ну, линии специально, может быть, случайно так получилось.
Случайности не случайны. Ну, взламывай. А, необходим видеть цель. Ну, давай. Взлом. Блях, я думал, я промахнулся. Бабах, что тут у нас? Опять какая-то пушка. Ух ты, а что за пушка? Так, давайте сменим на эту. У меня здесь все равно патрон нету. Вау. Блин, это какой-то гранатомет. Или что это, я не знаю. Вау. Даже какие-то непонятные режимы. Урон большой, отдача... Не знаю, маленькая, наверное, точность не очень. Дистанция меньше средней. Урон самый большой. Здесь самое большое преимущество, я так понимаю, да? Ну и отдача, наверное, небольшая. Стоп, вот тут какая-то пушка. Тоже непонятно. Ладно. Пророк, Раша так и не нашли.